Так, ну графика, ну посмотрите, я не знаю, почему все говорят, что здесь плохая графика. Графика абсолютно хорошая. Трава, ну... Я вас не понимаю, серьезно. Люди... Так, о, можно лечь. Есть люди, которые смотрят видео на YouTube и из этого делают какие-то выводы. Но не стоит этого делать, потому что YouTube урезает FPS, урезает немного графику, и вы видите это все, так скажем, другими глазами, нежели те, кто играют в эту игру. Вот, также очень часто бывает такое, что посмотрев видео, ну, игра просто, вы думаете, что плохая, и она вам не понравится. А когда дело все дойдет до ваших рук, и когда вы сами начнете играть, то вас очень-очень-очень втянет в игровой процесс. Это я вам говорю по своему личному опыту, да и не только по своему. Так, мы переходим в уничтожение противника. Что-то происходит с моим костюмом. Что-то очень непонятно, неладно. Ой-ой-ой-ой-ой, не туда кинул! Вижу снайпера. Так, быстро открываем дверь автомобиля. Что, что же это происходит? Бля, 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 это что? Нет, 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 нет. You're a dead man. Reset. No excuse for equipment failure. А, это все виртуально было, якобы. То есть это была какого-то рода проверка. Да, игра, я вам скажу, не из худших. Если честно, я вообще не ожидал, что будет настолько захватывающая. А оказалось-то на самом деле просто невъебенная охуенная игра. What you're seeing is advanced warfare. Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a superpower for hire. Короче, они работают на этой базе над усовершенствованием новых вот этих вот всяких... Видите устройств, видите роботов, то есть они делают их более сильнее, более сильными и разрабатывают определенные технологии, для бойцов, которые помогают, ну, как бы сражаться и вести себя во время боя очень эффективно. То есть проявляют свои всякие возможности, добавляют всякие им функции, улучшают их. Видите, что творят. Огромная база, огромная территория.
То есть много здесь очень всего интересного происходит. То есть во время вот этой вот проверки, которая была, что-то произошло, из-за чего я как бы ее провалил. И сейчас он сказал, что вот следует за этим парнем, мы отправляемся в какое-то место, где нас могут отремонтировать все вот эти устройства, которые привели к, к провалу того задания проверочного. Такие-то инженеры тут стоят. Опа. Так, ну на самом-то деле мы, наверное, будем проходить какие-то испытания. Нас будут обучать чему-то. Походу, не знаю, сейчас посмотрим. Так, что это такое? Если нажать X, чтобы использовать... Да, вот как раз вот с этой рукой что-то и происходило. А, блядь! О, фу! Впаршивил такую игру нам, иглу нам в руку. Бля-бля. Так, надо двигать левым стиком, чтобы наш персонаж двигал пальцами. Еще разок. О, теперь лучше. Так, он думает, что в этом проблема. В чем-то там что-то он заметил. Вроде бы он исправил, да. И теперь, видите, когда мы двигаем левый стик, рука у нас двигается очень-очень хорошо. То есть он нас починил, исправил нам нашу технику. Блять, посмотрите на эти штыри. Бля, фу. Следовать за Гайденом. Обучаю здесь рукопашному бою. Видите, практикуются парни. Один против четверых. Красавчик. Ну, я так понял, они испытывают, вот так будет лучше, всякие техники, которые... Создали всякие устройства, свои костюмы. Дариана. Ого, сколько оружия. Оу, миниган, миниган, бля, хочу, 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 хочу его. Так, ну чё, веди. Тир. Да, нас привели в тир. Здесь мы должны взять ствол. Нет, галимый, галимый, галимый. Не хочу такой. Так, вот этот лучше. Так, зажать X, чтобы тренироваться. И сейчас, я так понял, будут выезжать какие-то цели, которые нам нужно будет поражать. Синий это, по-моему. Так, что-то активировать. Ого. Ну, давайте попробуем. Да, минус 100. Синий это жители, типа, мирные. Так, теперь они двигаются. Сука, 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 провтыкал. А, бля. Надо на опережение. Кошмар, не все так легко, как кажется. А перезарядка, перезарядка. Ой. Пару целей провтыкал. Good.
Так, ну мне сказали, что я прошел эту тренировку неплохо, якобы. Могу нажать еще раз. Если хотите вы попробовать испытать себя в этом тире заново, свои способности проверить, то опять можете зажать кнопочку X. И здесь вот есть какие-то показатели, ну я не знаю, сейчас проверим. Так, 15, 15, 3, 3, там 0,4, 0,4, здесь у нас все по нулям слева, здесь у нас, да, оно, короче, все одинаково, то есть это не ваши показатели, а общие, как объект, то есть там в них изменений никаких не происходит. We got the sim ready to roll again. Copy. Mitchell and I will be there in a minute. All right, grab some grenades and run the training course. Variable grenades let you switch your grenade type on the fly, depending on the threat. Activate the console. Так, здесь мы, похоже, будем кидать гранаты. Да, гранаты. Будем здесь кидать гранаты. Но перед тем, как я этим буду заниматься, я, пожалуй, прекращу показ данной серии. Так что всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, серия вам понравилась. Смотрите новые серии, смотрите старые серии, если вы еще не видели. И до скорой встречи, всего хорошего.